Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и сегодня будем смотреть самые выгодные и интересные предложения 5-го каталога компании Oriflame, а значит в эфире рубрика ТОП-10. И давайте сразу начнем листать, давайте сразу смотреть первую закладочку. Конечно же, я не могла пройти мимо акции. Любой из двух предложенных ароматов всего лишь 899 рублей при заказе на 2000 по каталогу. Первый аромат у нас идет по акции. Это женский парфюм 899 рублей Lucie Bright Aura. Есть у нас классическая Lucie, да, а это ее фланкер. Средняя концентрация аромата, цветочный, фруктовый, древесный, белая смородина, незабудка и кедр. Есть ароматизированная страничка, вы можете потереть страничку и почувствовать аромат на своей руке. Действительно легкий, весенний, с мягким таким древесным шлейфом. У вас еще есть время заказать пробник, если вы думаете воспользоваться этой акцией, да, делаете заказ по 4-му каталогу и добавляете пробничек. Код пробника тоже здесь указан, 34145. Вот женский аромат у нас идет по акции. Следующий аромат, который вы можете приобрести по акции, это мужской Glacier воздух. Ароматический, тонизирующий, с грейпфрутом и гвояковым деревом. Также есть ароматизированная страничка. Вот этот аромат я из пробника не тестировала никогда. Но он такой действительно свежий, озоновый, с очень мягким послевкусием древесным. Ну, мне кажется, они даже как парные ароматы будут неплохо вместе смотреться. Опять же, можете приобрести пробник 38380 артикул и, ну, воспользоваться классной акцией, да? На весну очень подходящие такие свежие, немножко драйвовые, немножко романтичные ароматы. Следующая акция – это у нас новинки. Смотрите, в линейке Love Nature появляются маски для лица. Вот в таких вот саше по 79 рублей. В каждой маске 10 мл. Ну, то есть это на один раз, я так полагаю, но может быть на два. Для всех возрастов, для всех типов кожи три маски. Первая у нас идет с авокадо, она питательная. Вторая с маракуйей. Это гелевая маска увлажняющая. И третье — сияние с апельсином, тоже гелевая. Посмотрите, ну как это можно не купить? Я, конечно же, положила глаз на эти масочки, буду брать. Наверное, по две штучки возьму, потому что такие маски, их, ну, конечно же, мне хочется протестировать. Ну и такие маски, их, конечно же, удобно брать с собой в дорогу, особенно в отпуск. В отпуске коже нужно и увлажнение, и питание после солнечных ванн, поэтому лишним точно не будет. Ну и мне просто интересно, конечно же, попробовать. 79 рублей, я считаю, ну, вполне нормальная цена за маску. Думаю, что эффекта какого-то вау ожидать от этих масок не, ну, как бы не стоит, но линейка Love Nature, она всегда славится своими ароматами, своими текстурами и удовольствием от использования данной линейки, согласитесь. И поэтому следующая акция у нас на продукты для волос из линейки Love Nature по 99 рублей. Вы можете приобрести себе шампунь скраб или любую из трех масок: авокадо, банан и что тут у нас? Папайя. Все время путаю, все время забываю, что это за тропический фрукт. Скраб такой я показывала вам уже на канале. Там действительно есть такие абразивные частички. Шампунь-скраб хорошо промывает волосы, хорошо очищает кожу головы, хорошо скрабирует. Но после него обязательно нужно наносить какую-то маску или бальзам, потому что, ну, для меня он волосы пересушивает. Но это продукт не для частого использования, а, ну, например, там раз-два в месяц вполне можно воспользоваться таким скрабом. Он еще немножко охлаждает кожу головы. То есть на лето, когда вот много будем потеть, когда вот эта пыль дорог вся в ваших волосах, то, наверное, вот то, что нужно. Ну а масочки для волос, да, спасибо тем, кто написал, девушка мне написала, да, что можно эти масочки, ну, в принципе, любые маски для волос можно использовать как
крем для бритья в душе, спасибо. Вот действительно, я делюсь с вами какими-то, ну, я надеюсь, полезностями, да, и вы со мной тоже делитесь, мне прям нравится. У нас такой кружок по интересам, да. Вот, и такие маски, конечно же, их удобно брать с собой, опять же, в дорогу, ну и плюс они у меня всегда есть дома на случай, если бальзам или маска для волос закончится быстрее, чем шампунь. У них приятнейшие ароматы, такие кремовые текстуры у этих масок. Вот эти две я вам показываю еще из линейки до перевыпуска. Здесь уже после перевыпуска дизайн поменялся. Но по эффекту я разницы особо-то между этими масками не вижу. Волосы блестящие, напитанные, такие шелковистые, мягкие, рассыпчатые. В общем, все, что нужно от маски. Эта маска делает, волосы не путаются, не электролизуются, и все прекрасно. Но такие лакомые ароматы, что точно могу вам рекомендовать. 5 минут и море удовольствия. Представляете, можно сделать масочку на волосы, масочку на лицо, лежать и просто... Баунти, да, просто райское наслаждение. Следующее, опять маска, представляете, для лица на этот раз у нас вообще тут каталог начинается, да, с масок. Маски для лица, маски для волос, маски для рук. И вот в линейке Pure Skin у нас есть две масочки. Одна вот такая черная маска-пленка. Мне она вот не зашла, мне не понравилась. Потому что, ну, я, в принципе, не люблю маски-пленки. Наверное, поэтому она мне не понравилась. Я не очень люблю маски-пленки, не люблю это сдирать, потом там отмывать. Нет. А вот эта масочка с глиной, с салициловой кислотой, которая матирует кожу, мне понравилась. Это, знаете, такая маска, пятиминутка. Ее надо то ли на 5 минут, то ли на 3 минуты нанести. И прям такой эффект. Кожа более матовая мгновенно, более какие-то прыщички подсушенные, поры сужены, ну прям хорошая маска. Я, конечно, ну вот это вот такое для меня больше баловство, но, ну то есть маски, которые я делаю вот прям курсом, я отслеживаю, например, что каждый вторник я делаю вот эту вот маску, да, очищающую, потому что она из глины, и с комплексом кислот, и с витаминами, ну в общем, да, то есть я прям серьезно к этому подхожу. А вот такие масочки я делаю, ну вот чувствую, что вот можно было бы чуть-чуть почистить, вот чуть-чуть. И я делаю такую маску. Пока я, например, мою тело, да, у меня эта маска на лице 5 минут поработала, я ее смыла. Эффект хороший, быстрый, цена бюджетная, поэтому могу вам рекомендовать. Следующее, это у нас опять парфюм, на который я рекомендую обратить ваше внимание в данном каталоге. Это Sofiva Together Hue. Пряная глубина, ощути дыхание весны. Вот так он выглядит, флакон в форме женского стана. Восточный цветочный аромат с острым перчиком пимента, сандалом и красно-смородиновым сорбетом. Это аромат соблазна, аромат страсти и так далее. У меня есть такой парфюм. И знаете, абсолютно верно вы мне отметили, что зимой в морозы, по крайней мере, этот аромат, он не звучит, он не раскрывается, он куда-то улетучивается, рассыпается, но когда потеплее, он звучит очень дорого, очень красиво и интересно. Вот это аромат для меня не дыхание весны, это для меня аромат дыхания осени. Он раскрывается при теплой погоде, но в таком морозном, звенящем осеннем воздухе. То есть, когда на улице холодно, но еще греет чуть-чуть вот это осеннее солнце, прям классно раскрывается. На весну я попробовала, скорее нет. Вот на жарком, вот у нас даже сейчас на улице, ну там, плюс 5, да, условно говоря, и жарко, потому что солнце уже весеннее, потому что птички поют, для меня этот аромат нет. А вот на осень, когда тепло осенью, да, но уж небо осенью дышало, вот этот парфюм, да, он сладковатый, он действительно с остринкой, я прям вот эту остринку тут очень чувствую. Он очень приятный, его хочется вдыхать, им хочется наслаждаться. Но для меня, опять же, повторюсь, это осень,
И вот ягодки пошли, вот эти кислые. Очень приятный запах, то есть здесь и острота, и мягкость, и такая вот фруктовость, ягодность есть. Попробуйте, может быть, для вас это весенний аромат, но вы мне совершенно верно заметили, что в мороз он не раскрывается. Напишите, пожалуйста, в какое время года, при какой погоде, не знаю, при каком настроении вы любите носить на себе данный парфюм. Мне будет очень интересно почитать, потому что аромат действительно достойный. И, как я понимаю, вот прям для каждой женщины он раскрывается как-то по-особенному. Следующее у нас, знаете, такая заманушечка маленькая. Есть такое слово? Есть. Почему бы и нет? Да, есть такое слово. Такая приманка небольшая. Что у нас будет в следующем каталоге, да? Выбери подарок, один пробник в подарок при покупке любого продукта для волос со страниц 118-147. Duology у нас будет новая линейка по уходу за волосами. Шампунь вы можете взять пробник против выпадения волос, вы можете взять пробник шампуня от перхоти и насыщенный крем-кондиционер для волос также в пробнике. Каждый пробник по 10 мл, вы можете купить их отдельно, 30 рублей стоит каждый пробник, но согласитесь, намного приятнее получить в подарок. Вы можете для себя приобрести, например, что-нибудь из линейки Элио. В частности, я вам рекомендую вот эти вот два масла. Здесь у нас три масла представлено. Вот эти два масла, да как же их повернуть-то? Эти два масла мои любимые в линейке Элио. Желтенькое – это защитное масло. Его нужно наносить на волосы, если вы пользуетесь феном, утюжками, плойкой и так далее. А вот это вот ночное масло, вот это мое любимое, я наношу его вечером после мытья головы. Я голову всегда мою на ночь. Вот, и наношу его после мытья головы. У меня еще два таких масла в запасе, поэтому, как вы понимаете, я пока покупать не буду. Смотрится здорово в стекле флакон, точнее из стекла флакон, да, в стекле это масло. Ну, хороший эффект, но и то масло, оно, знаете, достаточно плотное. И я его рекомендую наносить именно на ночь. Следов на подушке оно не оставит, никаких неприятностей не будет, но ему надо дать время впитаться. То есть утром, когда вы собираетесь на работу, скорее всего, у вас этого времени нет просто-напросто, да? Ну, только если вы сушите волосы феном, тогда да. А вот если естественная сушка волос, да, вот как у меня, то нет, это не ваш вариант. Но масла действительно достойные, но 1100, ну, мне кажется, загнули. Вот прям загнули цену, ну, неоправданно. Масла классные, да, но за 1100 вы можете купить масло от от Estelle, например, да. От All In Professional я вам вот недавно показывала масла. Два масла вы можете за эту цену купить, и по качеству-то не хуже. Поэтому, Oriflame, вы потеряете клиентов, что я могу сказать. Могу рекомендовать вам вот эти вот заколочки. Не принесла показать, они у меня, знаете, где-то в косметичке, в ящичке с аксессуарами для волос, в шкатулке с кремами для рук, в ванной. И они мне как-то так рассредоточились по квартире, что я их не могу теперь найти. То есть вот вроде тут лежала, оказывается, я закалывала и куда-то в другое место положила. В общем, заколки действительно классные, они не оставляют заломов на волосах. Тюрбан для волос под эту акцию попадает. Вот эти три масла. Так, что тут у нас еще попадает под эту акцию? Еще продукты из Love Nature я смотрела, под эту акцию попадают для волос. В общем, можете посмотреть. Да, вот мед и молоко тоже под эту акцию попадают продукты. В общем, тут прям значок вот такой вот. Выбери пробник в подарок, чтобы вы не забыли. Следующее, что я вам покажу. Вообще, ждете новую линейку для волос или не ждете? Как вы, в предвкушении или нет? Следующее, что я вам покажу, это специальная цена на массажер. Вот такой вот массажер Body Edition. Это новинка прошлого каталога. Очень хороший массажер, который прорабатывает ваши проблемные зоны. Он средний, так скажем, мощности, то есть можно было бы и посильнее, как по мне, но с другой стороны он универсален для женщин с чувствительной кожей, например.
он тоже подойдет. Вот эти вот ролики, они изготовлены из плотного-плотного пластика, хорошо массируют кожу, эргономичная ручка. В общем, прям зачет за 350 рублей, тем более, это просто подарок. Очень качественный пластик, ничем не пахнет, нет никаких там... Да, это как китайская пластмасса, нет, очень удобный, стильный, классный массажер. Но если в четвертом каталоге вы могли его приобрести при покупке любого продукта линейки Body Edition, то есть один продукт и один массажер, да, то вот в этом каталоге акция тоже хорошая, но чуть-чуть похуже. При покупке любых двух продуктов линейки Body Edition вы можете взять массажер. Ну, я думаю, что взять два продукта-то это не проблема. В любом случае нужен скраб, ну, это прям по-любому, да. Ну, и плюс уже крем по потребностям от такой дряблой от фиши кожи, да, если вашей коже нужен тонус, и крем от целлюлита. Тут уже смотрите, что вам нужнее. Ну, можно два скраба, например, взять. Скраб, он точно лишним не будет, впереди лето. Вот, ну, тоже вот такая вот акция, в принципе, неплохая. Ну, или можно с кем-нибудь скооперироваться, да, найти себе друга, у которого тоже есть проблемы, так скажем, которые он хочет подтянуть. Следующий товар, я не скажу, что это акция, но это выгоднее, чем покупать по одной штучке. Я думаю, догадливые уже поняли. У нас выходит новинка. Это подарочный набор с универсальными смягчающими средствами. И это не просто подарочный набор с универсальными смягчашками, набор в очаровательной такой весенней упаковке. Действительно, не стыдно такой набор дарить. Ну и плюс здесь только эксклюзивно в подарочном наборе появляется новый аромат, новый продукт — зеленое яблоко. Я его так хочу, но куда мне сразу три смягчашки? У меня, я же вам показывала, помните, после Нового года, примерно там в районе Нового года, да, что у меня там запас еще там на год, буквально вперед, если не больше. Но здесь вы можете потереть страничку. Тут очень приятный аромат вот такого зеленого яблока, жевательной конфеты с зеленым яблоком. Вот что-то прям такое летнее. Одну штуку я бы с удовольствием взяла, но куда мне целый набор, что мне им мазать? Ну, это слишком много для меня. В составе натуральные масла, пчелиный воск, витамин Е. В общем, все прекрасно, но у меня есть... Что делать? И также в наборе здесь у нас идет средство с черной смородиной и средство без запаха, классическое. Выгоднее покупать набор. Тут в перерасчете получается одна баночка 166 рублей плюс подарочная упаковка, да? А если вы берете поштучно, ну, например, вот универсальное средство такое же или средство с маракуйей, то 189 рублей получается одна штука. То есть здесь и выгода, и подарочная упаковка. Особенно, знаете, если на подарок, то действительно надо брать. Ну, за 500 рублей сейчас сложно найти что-то действительно такое нужное и полезное. Вот я, например, своей подружке, она у меня фанатка бальзамов для губ всяких разных, она их коллекционирует просто, у нее их, наверное, я не знаю, штук 50, если не больше. Я ей дарила такой набор, она была просто рада. Ну, не такой, а вот подобный у нас был. Я дарила, она была мега счастлива. До сих пор говорит, такой крутой набор, наверное, надо ей это тоже будет подарить. Вот, следующая акция — это новинки. Новинки. Если в прошлом каталоге линейка Essence and Moments уходила, да, два геля были последний раз в каталоге, это Океан и Лаванда, то здесь у нас два геля появляются, да, свято место пусто не бывает. Первый гель для душа — это Пикник в парке. Радость несет в себе. Аппетитный гель для душа с клубникой и черной смородиной с запахом клубничного пирога. Тоже здесь есть ароматизированная страничка. И для меня, знаете, это не клубничный пирог, это запах клубничного компота. Вот как закручивает моя бабушка из собственной клубники, выращенной на огороде. Это прям запах клубничного компота. Очень-очень приятный, классный. Конечно, я буду этот гель брать. У него еще такой цвет красивый. И второй гель — это гармонизирующий гель с сосной и эвкалиптом. Вот. Тоже есть ароматизированная страничка здесь.
другая направленность, и здесь больше хвойных ноток, эвкалипта, и тут уже такой гель унисекс. Вот знаете, мне кажется, вот этот зеленый, он пришел на смену океана, да, то есть и там был такой аромат унисекс, да, и здесь унисекс, ну просто с другими нотами, да. А вот лаванда был гармонизирующий, настраивающий нас на какое-то такое хорошее настроение. И здесь вот запах клубники, он тоже, в общем-то, настраивает нас на нужный лад. Поэтому, конечно же, берем 250 мл, 179 рублей. Текстура этих гелей, ну, прозрачные гелевые, это не крем-гели. Такие хорошие базовые гели на каждый день, они не сушат кожу, они приятно пахнут, и мне надо, я точно буду брать. И последнее. Нам сама компания говорит, надо брать. Это зубные пасты. У нас здесь по акции отбеливающие и с травяным комплексом. Но знаете, 219 рублей, мне кажется, ну такая себе акция. Но это дорого за зубную пасту, куда уж. Детская зубная паста 169 рублей. Ну куда ни шло, нормально, да? Но вот что точно надо брать, так это зубные щетки. Детскую, если у вас детки, ну там от 3, тут написано до 7 лет, но нет, вот для 6-летнего ребенка, например, эта щетка уже вот прям совсем детская. Ну от 3 до 5 лет я бы вот рекомендовала, да, там, ну может быть до 6, но точно не до 7. А вот эту щетку точно надо брать взрослую. Это зубная щетка средней жесткости. Она вот в таком голубом дизайне. Есть еще в мятном дизайне мягкая щетка. Мне вот эта вот нравится. Она с подушечкой для чистки языка. Она очень комфортно очищает зубы. Она не царапает десны. Она не повреждает эмаль. Потому что, знаете, бывают иногда такие щетки, вот как будто ёршик для унитаза. Для кого их придумали? А это вот прям... удачная. Внутри есть силиконовые вставки для того, чтобы лучше убирать зубной налет. Очень хорошая щетка. Это вторая щетка, которая понравилась и мне, и моему мужу. Первая щетка была это от Faberlic с ионами серебра, которая. Вот обычно те щетки, которые я себе покупаю, он говорит, нет, мне не нравится, да, возьми мне Colgate, там, давай вот эту купим. То есть он, я говорю, он говорит, мне надо щетку. Я говорю, ну иди там посмотри, вот где у меня все эти лежат, щетки, там паста. Он смотрит, говорит, нет, мне такое не нравится, куплю себе новую. Я говорю, ну ладно, покупай. А вот эту щетку, как бы, да, она и мне нравится, и ему нравится, и родители у меня покупали. В общем, действительно хорошая щетка, всего лишь 99 рублей, плюс будет скидка, да, как у зарегистрированного покупателя. Ну, вообще, отличная цена. А вот на пасты дороговато, мне кажется. Напишите, может быть, я потерялась в ценах, но мне кажется, дорого. Хотя пасты действительно достойные, они хорошие. В общем, вот такой топ-10 каталога у меня получился в этот раз. Пишите, что вы себе присмотрели, что вы хотите себе заказать. На Vage, кстати, появилась новая линейка. Ну, новые линейки, новый на Vage. Простите за тавтологию, но как-то мне не запало вот что-то, чтобы я захотела внести в топ-10. У меня, видите, настроение масочки, пасты, ароматы, то есть вот что-то такое. Вот на такие продукты у меня упал глаз. В общем, пишите, что вы хотите себе заказать в 15-м каталоге. И желаю вам выгодных покупок, всего вам самого доброго. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.